Привет, друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть Hills of Steel. И давайте поиграем. Выберем танк, титан. Также, ребят, я хотел бы передать привет. Привет сегодня передаем Елизавете, Андрею, Елене Павловой, Оксане Борзове, Эльзе. Эти ребятушки написали привет под роликом. И мы передали им привет. Если хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, пиши под роликом привет. И обязательно, конечно же, ты должен быть подписан на канал и поставить лайк видео. Ой-ой-ой, смотрите, ребята, а мы продолжаем играть в Hills of Steel. И тут такие танки мощные. Меня уже ранили. А у меня, кстати, я не взял с собой эту самую, как его, ремкомплект. У меня напалм, который... Ладно, мы напалм используем для босса. Так уж и быть. И нам нужно, ребятушки, сегодня зарабатывать деньги. Потому что денег очень мало. Так, итого уже... У нас всего 170 монет. Так мало? А вот и босс. Сейчас мы босса... Я не знаю, использовать напалм для босса или нет. Попробую сейчас так босса убить. Да, мы его и так убьем. Напалм нам не пригодился. Это хорошо. Сохранили мы напалм для следующих танков. А, я сделал апгрейд же танком. Поэтому пришлось кучу денег потратить. Поэтому у меня всего лишь 200 монет. Но мы это, ребятушки, попробуем наверстать. Будем играть в танки. Ой-ой-ой, аккуратно. Кстати, у меня жесткий диск заполнился вообще полностью. И надо покупать новый. Представляешь? А новый жесткий диск в магазине стоит хороший где-то около 6500 на 3 терабайта. Есть дороже. Есть на 6 терабайт за 12000. На 6 терабайт, но... На 6 терабайт что-то, я думаю, не стоит брать в любом случае, потому что это, ребята, опасно. Вдруг сломается, да? И много информации потеряется. Ой-ой-ой, смотри сколько. Прибежала. На, напалм, заманали меня. Напальмчиком. Есть. А, мы ж босса уничтожили, а я напалм не использовал тогда. И получается, мне бы дали бы второй напалм, а так у меня только первый использовался. Ну что ж, ничего страшного. Вот еще второй босс. Сейчас мы его уничтожим. И я напалм. Мне дадут напалм. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Все, чувак, отдыхай. Видишь, вот мне дали напалм, и я еще сейчас отремонтируюсь. О, здесь я хорошо сейчас стану. И буду уничтожать танки вот эти вражеские. Так, вот эти вот стреляющие, они обычно почему-то боятся подъезжать. Ну давай напалмом их взорвем. Опа, хорошо. Напалм справился. Ой-ой-ой-ой, тихо. На, еще один. Подожди. На тебе, отдыхай. Второй, третий, пятый, шестой. Танков много. Угу. Вот еще едет, смотри. Большой такой. Да ё-моё. Сколько у вас, а? Уже 400 монет, смотри, начинали с 200, да? Неплохо. Опа, фига я тут танк зафигарил. Который был сзади. На, есть один. Сейчас этого еще щелкнуть. Было бы хорошо. Есть, готов. Готов, ребята, едем дальше. О, сейчас будет их много танков здесь. Я так чувствую. Тихо. Получай. Все, уничтожили. 445 монет уже. Хорошо. Так, едем.
О, сколько, смотри. Ё-моё, сейчас бы мне напалм бы пригодился. К сожалению, пока он сейчас на дыбы встанет, кучу времени пройдет. Медленный капец. Так, а вы что обычные танки здесь делаете, а? Так. Сколько у нас, ребятушки, уже? 485 монеты. Практически 500 монет. Кстати, у нас есть новый танк, мы открыли недавно, Катюша называется. И я ей не пожалел, сразу я ей купил этот рассветку. Сейчас если я проиграю, вам покажу, какая у Катюши рассветка. Все, уже 536 монет. Хорошо. Сейчас мы побольше тут... Ох, нифига тут танков. Мне бы сейчас напалм пригодился. Я бы тут всех подзорвал бы. Да, напалм бы мне здесь не помешал бы. Так, а ну-ка. Есть. Дурачок. Вот этого тоже сейчас щелкну. Едет, смотри, не боится меня, да? Готов. Так, а что с этим делать, а, мамбетом? Встал тоже, стоит. Есть один. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Все, подзорвали. Их очень много танков было. Ладно, я сейчас вам покажу Катюшу. Так, 446 монет, прикинь, за серию мы заработали. Сейчас я вам покажу, ребятушки, как его? Катюшу. А вот она у нас, ребятушки, Катюшечка. Поехали на Катюше поездим, покатаемся. Так, 580 монет. Нам надо будет, ребята, с боссами поиграть, я так думаю. Да-д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 а. Так, вот она так стреляет, Катюшечка. О, как хорошо, смотри. Мы прям вовремя подъехали. Так, вот это танк вонючий. Танк вонючий на самолетик, на самом деле, вертолетик. Так, все, встаем. Плохо они не самонаводящиеся. Но попадает тоже хорошо. Вот такая вот Катюша. Она у меня, ребята, не прокачанная, поэтому... Может быть, в чем-то... Она, конечно, уступает с танком. Типа Титану. Ну, Титан вообще крутой танк. Но Катюшу нужно, конечно, распрокачивать. Она еще у меня достаточно непрокачанный танк. Ну, интересный смотрится. Я его давно хотел открыть, кстати. Так, а ну-ка, подожди, что ты стреляешь? Едем. О, перевернулся, смотри, танк. Сейчас он сам себя взорвет. Да, сам себя взорвал танк. Так, а босс у нас здесь вертолетчик. Гонец ада. Ё-моё. На, получай, гонец ада. Вонючка. Все, спасибо за денежки. А мы отправляемся дальше. И едем дальше на нашем танке. На Катюше. Так, смотри, какой гад, а? На. Ёлки-палки, смотри, что творится. Давайте его переедем, может быть. А, смотри, вертолетчики. Вертолетчики, друзья. Тыщ. Ой-ой-ой. Так, сейчас я вас попаду. Готово, ребята. Так, теперь вот этого. Красненького. Щелкнули. Ох, нифига. Два целых истребителя летело. Ладно. Сейчас мы тут с этими разберемся. О! Так, что ж у меня с танком? Что он... У меня практически не двигается. О, нифига, сколько здесь танков полегло. Все, готово. Едем дальше, отправляемся. О, сколько было бомбочек. Они меня взорвали, ребятушки.
Да, чиниться мы не будем. 20. А сколько вообще монет заработать? 110. Ну, здесь, конечно, меньше в этой категории. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видео. И, конечно же, передавайте приветы. Пишите комментарии под видео. Всем пока-пока. До новых встреч.